Интегрировать индикаторы зеленой экономики в региональные планы развития поручил глава Кабмина. На заседании в правительстве Олжас Бектенов подчеркнул, работа должна быть активирована на всех уровнях. По его словам, для финансового обеспечения экологичных проектов необходимо развивать механизмы зеленого кредитования и выпуска зеленых облигаций. Для реализации этих задач разрабатывается план мероприятий до 2030 года. Отмечу, концепция по переходу к зеленой экономике реализуется в Казахстане более 10 лет. За этот период в стране доля возобновляемых источников энергии доведена до 4,5%. Уровень переработки отходов производства достиг 25%, потребление – 39%.